Салют всем солевым! Рад Нулькин на связи. Подкатил очередной обзорчик на новое китайское солевое чудо, и в этот раз это iPlay Wave Bar 6500 затяжек. Некоторые уже могли заметить, что здесь целая линейка iPlay Wave Bar 6500, их тут 9 штук, и 10-я у меня в руке, ту, которую я уже вам только что показывал. Давай разбираться, что из себя представляет этот Wave Bar. Кстати, iPlay еще прислали футболочку, вот она, и попробую сейчас сделать переход. Надеюсь, все получится, потому что снимать буду одним дублем. Как там надо делать? Как-то так. Представьте, вы заходите в вейп-шоп купить себе новую курилочку, и на входе вас встречает вот такой вот консультант. Здравствуйте, меня зовут Эдуард, я менеджер компании iPlay. Кто за, чтобы я шел в продаже, ставь лайк. Пора бы, наверное, уже начать обзор. Блять, только вот футболочка маловато, некуда спрятать эту мощь. Ну и эту мощь. Все, погнали. Персик я отложу, про этот вкус скажу позже. У меня в целом уже есть, как бы, да, опыт. Я уже с ними походил. Две штуки я, по-моему, разрядил. Посмотрим в процессе, не помню. Я всегда делаю так перед каждым обзором. И будем сейчас вытягивать по одной. Все названия на коробочке написаны на английском языке, поэтому я не знаю. Буду вам читать. Потом на монтаже я напишу перевод. И посмотрим, угадал я или нет. Хотя там, наверное, только дебил не догадается. Там же нарисовано еще. Леня, ты что, не мог попозже попить? Я вообще-то видео снимаю. Не обращайте внимания, там просто хомяк буянит. Fresh Mint. Ну, освежающая мята. Наверное, как у всех, прямо из пакета пахнет жвачкой. Орбитом. Одна заглушечка, писюнечка. Одноразка зеленого, нежно-постельного цвета. Кстати, обратили внимание, что есть экранчик. Да, холодная, освежающая, сладкая мята. Вот ровно точно такая же, как жвачка. Как на запах, ровно такая же на вкус. Жижа химии не отдает. В целом о мяте говорить больше ничего не хочу. Pineapple Ice Cream. Ананас мороженое. Мороженое с ананасом, со вкусом ананаса. Открываем. Цвет опять же непонятный, такой нежный, постельный. То есть между оранжевым, желтым что-то. Но здесь вот из той гаммы. Ух ты. Ананас я кушал дня два назад, настоящий ананас. Мороженым здесь даже не отдает, а вот вкус ананаса прям натуральный. Помнится мне, я уже делал обзор на одноразки от iPlay. В прошлый раз мне не понравилась жижа. Но на этот раз, вот из тех, которые я уже попробовал, в целом жижа, блядь, тут на одно деление выше из 5, то есть на четверочку точно. Честно говоря, они еще очень крепкие, вот хотя 5% никотина, но по башке дает и быстро именно куриваешься. Парение одноразок у меня уже большой стаж, поэтому я знаю, о чем говорю, я в этом разбираюсь. Манго айскрим. В целом понятно, да, мороженое с манго. Из пакетика пахнет какой-то кислятиной. Да ты че? Блин, iPlay вообще удивляет. Понятно, что одноразка не передаст никогда оригинальный вкус продукта, да, когда ты пробуешь на вкус, но iPlay процентов на 90, наверное, передает оригинальный вкус. Сейчас в комментах напишут, продался за футболку, блядь, начал хвалить iPlay. В прошлый раз ничего не понравилось. Но я скажу, ребята, вообще-то мне прислали еще два браслета. Ну, прям верните мне мой 2007, там модно было, там вот так вот до середины руки, вот так вот, блядь, набирать этих браслетов. А еще те, кто знают, его можно сжечь, вот так втирать на руку и потом плевать туда и кидаться слюной, она, короче, не липнет к руке. Лайфхак. Пластик приятный, и я даже до сих пор не сказал, что у нее есть экран. И вообще, какую инфу этот экран передает. Давай на следующей одноразке. Black Currant Mint. Черная смородина с ментолом, мятная черная смородина. Наверное. Ну, в целом, из пакета также и пахло черной смородиной. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Здесь уже больше чувствуется мята. Вкус черной смородины не перебивает его. То есть, они как-то вот так вот 50 на 50 инь-янь. Че по экранчику? Эту одноразку я уже высадил. Ну, наверное, я не знаю, гарика нету, но индикатор горит красным. Давай лучше вот так вот покажу поближе, чтобы было видно. Индикатор жижи горит капелькой, то есть если мы ее только открываем, она ничем не горит. Когда она в норме, она горит зеленым, и когда села, она горит красным. И процент заряда аккумулятора идет в процентах, но не так, как по шкале 10, 20, 30, 40, а именно ценой в 1%, то есть 52, 53, 65, 66. Возьмем следующую одноразку и продолжу о них рассказывать. Royal Raspberry. Ну, какая-то ежевика. Открываем. Такого голубенько-синя-фиолетового, не знаю, цвета, прикольно. Эх, блин, из пакета не понюхал. Я имею в виду из пакета одноразки. Сладенькое, легкое, легонькое такое. Или как детское питание, наверное. Вот, да, точно. Вкус прикольный, ходить буду. Не понимаю. Не показал, как выглядит экран у только открытой одноразки. Вот так.
капелька горит белым. Sweet Dragon Bliss. Sweet — это конфеты, да, Dragon — дракон, наверное, да? Bliss — без понятия. И, кстати, первая одноразка, которая прямо из пакета пахнет химией. Ну, какое-то фу что-то. Если конфеты, то далеко не конфеты. Мне вкус не понравился. Что-то в голове напоминает из детства, но вспомнить что я не могу, ребята. Только если вы купите сами и попробуете, возможно, определите. Или кто-то пробовал, напишите в комменты, что это такое, на что напоминает. Про нее не буду ничего говорить, поэтому, ребят, без обид, как бы, давай дальше. Давай хотя бы прочтем характеристики с коробочки. 14 мл жидкости, 5% солевой никотин, 500 мАч зарядка батарейки, койл на 1,1 Ом. Ну и в целом можно еще поподробнее. Заряжается Type-C. Ну и, наверное, все. Размер нам не так интересен. 6500 затяжек. Grape Rasp Gum. Нарисована черника, ежевика. Ну и гам-жвачка. Или спортзал. Ну, спортзал, по-моему, гум. Ну, что-то такое. Эту одноразку тоже отбраковываю. Я с ней, кстати, уже ходил. И смотрите, вот так вот зелененьким цветом горит одноразка, которая в норме, она в порядке. Но вкус у нее не в порядке. Мне он не понравился. Watermelon. Арбуз. Сразу подключаем ее к банке и смотрим, как она заряжается. Есть вот такой вход Type-C. Мы подрубаем. Ага, а банка села. А банка нулевая банка. Конечно, я всегда готов, я ко всему подготовлен, поэтому мы сейчас поставим ее на зарядку. Здесь уже вкус арбуза передается не как вкус настоящего арбуза, а как его запах. Вот когда ты его разрезаешь, тебя обдает вот этим вот запашком естественным. Вот именно такой же здесь и вкус. Ходить можно, мне понравилось, ну так-то я с ней уже и ходил. Что там у нас осталось еще? Sour Orange Raspberry. Ну, что-то апельсиновое, что-то с ежевикой, что-то давайте пробовать. С ней я начал ходить самой первой, как только пришла мне партеечка, да, вот этих одноразок. Вкус один из самых лучших, которые здесь были. Сравнить сейчас я уже не смогу, я уже все забыл. Мне уже бахнула соляга в голову. Я уже плохо ориентируюсь в пространстве, тем более у себя в голове. Вкус апельсина 50%, наверное, от оригинального вкуса. Raspberry, я не знаю, где потерялась, но в целом вкус приятный. Мне очень она понравилась, я ее досадил до конца. Их тут 10 штук, я уже не вывожу, у меня одноразовая передозировка. Глоток кофейку и погнали. И это у нас Peach Berry. Peach, персик, berry, не знаю, ягоды или что это, уже не важно уже. Это одноразка, с которой я ходил вот как раз на постоянку до выпуска. Именно она у меня всегда была везде со мной, куда бы я ни пошел. И в целом сейчас вкусу я уже, наверное, прикурился. И как бы он для меня просто приятный персик. Ягоды тоже не чувствую, но вкус топчик. У iPlay действительно изменилось качество и в лучшую сторону. Поэтому респект. Это на самом деле не продажная, блядь. Я забыл сказать, что я пошутил, что я продался за браслеты и футболку. Это все неправда так. Шутки. Вот, в принципе, и все. А с вами был Раднулькин. Всех обнял. На связи. Пока.